всем путешественникам посвящается. Это продолжение серпантина. Мое путешествие на Стенсон Бич, Калифорния. И я сейчас возвращаюсь в Сан-Франциско. И справа открывается вид на океан. И тут небольшое ранчо. Написано тоже справа в низине. Очень красиво там. Вот. И опять же такая природа. Меня изумляет природа. А, это клубу RVM Life посвящается. Make Wishes Real. Сделай мечты реальностью Life. Это клубное членство дает вам 80% скидку на все ваши виды путешествий. Самолет, поезд, круиз, отель и да, так далее. Да, аренд машины. Да, кстати, аренд машин. И далее. Мысль потерял. Такой подъем был крутой. Ага, опять океан открылся. Открылся справа океан, что вполне красиво. Ну что ж, так сказать, клуб прорекламировал. А, все ссылки под видео, контакты. А, вот, кстати, это деревья, которые сейчас слева стоят. Ну, как бы плохо сейчас видно, но вот было видно хорошо. Это эвкалиптус. Вот, они дают такой аромат даже. Вот мимо, когда едешь, у них такой аромат стоит. О, сейчас, кстати, наверное, больше будет этих деревьев. Сейчас догнали какую-то машину. Вот. Вот это. Ну, это, как говорится, не эвкалипты сейчас, ну, как бы такие сосны приокеанские. Ну, эвкалипты будут потом. Я, кстати, тогда попозже еще запишу. Ну, всем путешественникам привет.